Банк повысил ставку рефинансирования с 9,5% сразу до 20%. В то же время на долю ипотеки приходится почти половина продаж в новостройках. И рост ключевой ставки может увеличить финансовые затраты застройщиков, считают эксперты. Кроме того, из-за массового ограничения поставок и контейнерных перевозок есть риск значительного удорожания стройматериалов. Чего можно ожидать от рынка в ближайшее время? Как быть гражданам, которые запланировали покупку жилья? Мы поговорим сегодня с экспертами программы «Ракурс». Итак, в нашей студии директор ипотечного бюро Камила Фазлыева. Здравствуйте. Здравствуйте. И по удаленной связи с нами сегодня руководитель дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ Евгений Декатов. Приветствую вас. Здравствуйте, Максим. Камила Асхатовна, ну вот первый вопрос хотелось бы вам адресовать. Как вы оцениваете вот в текущем моменте настроение покупателей? Они торопятся с покупкой, которую запланировали, либо наоборот фиксируются какие-то массовые отказы? Угу. Ну, определенную истерию на рынке мы наблюдаем. Первая группа людей – это которые уже планировали выход на сделку до событий 24 февраля. И, соответственно, они сейчас поотказывались идти на сделки, приобретать, либо покупать. То есть покупать, либо продавать свои объекты. Это первая группа людей. То есть, несмотря на то, что у них были одобрения банков, и уже практически вот утром идти на сделку, они не пошли. Зафиксированная да. ставка. Собственно, побоялись и ждут хотя бы, там, ну, говорят, 3 месяца, полгода у кого какие представления о том, что же будет дальше с рынком. Другая группа людей, наоборот, поснимала большое количество вкладов. Мы знаем, что за текущую неделю сняли такие колоссальное количество денежных средств, вкладов населения, и побежали вкладывать в квартиры. Поэтому можно говорить, что сейчас определенный всплеск спроса именно за наличный расчет покупок квартиры, прежде всего на вторичном рынке. Люди приобретают, считая, что это как бы надежное сохранение капитала. Но подобный всплеск мы будем наблюдать, я считаю, ну 3-4, ну 2-3-4 максимум недели, потом он иссякнет. То есть может быть даже быстрее, когда вот эти деньги будут вложены. Пользуясь этим, ряд продавцов подняли цены. Другая группа, тут разное направление, другая группа продавцов, наоборот, понимая, что вот-вот этот иссякнет этот спрос, а ипотека уже 19-20% годовых банки подняли, соответственно, купить у них эту квартиру на вторичном рынке уже будет некому. И если они нацелены продать, то они, наоборот, эту неделю существенно торгуются вниз и продают. Есть желающие, готов 100 тысяч торговаться, 200 тысяч, они уступают и идут на сделку, главное, чтобы продать. Поэтому говорить, что касается банков, крупные банки, например, как Сбербанк, они до сих пор еще выдают по старым ставкам, по низким ставкам, например, по 9-10% годовых, если одобрение получено ранее. Просто они сократили сроки одобрения, то есть если оно было до этого 3 месяца, то они там уведомляли, там до конца марта вы можете приобрести. Какие-то банки говорят, вот до 5 марта у тебя срок несколько дней, и ты еще можешь успеть заключиться по 9-10%. Поэтому сегодня и вчера мы еще наблюдаем сделки с ипотечным кредитованием по вчерашним тем самым низким процентным ставкам. Но если мы заводим новую заявку на ипотеку, то здесь уже 19-20, а то и 23% годовых. Понятно, что это заградительная ставка, и клиенты сами отказываются. Фиксируется ли вот на данный момент отказы банков в предоставлении ипотек по новым ставкам? В меньшей степени. Штучно. В основном просто предлагается заградительная ставка, и заемщик сейчас сам разворачивается и отказывается оформляться. То есть вот так. Угу. Евгений Александрович, ну вот хотелось бы уточнить у вас, да, вот те специальные программы, льготные программы, которые были ранее, какие риски того, что этих программ ну, в ближайшее время не станет? Здесь надо иметь в виду, что, конечно, первая из программ, про которую мы говорим, это программа на новостройке, была массовая, но к концу года она начала снижаться, точнее сказать, во второй половине года уже прошлого, потому что были изменены условия, ужесточили несколько, да, и поставки, и по, прежде всего по размеру кредита. В ноябре-декабре снова был всплеск, потому что конец года, потому что ожидание роста рыночных ставок. Вот. Сейчас, действительно, как Камила Сапна уже подчеркнула, банки
как и застройщики, продавцы недвижимости, физические лица, так же и банки ведут себя по-разному. Значит, некоторые банки по госпрограммам, в том числе по новостройкам и по так называемой семейной ипотеке, которая, наоборот, во второй половине года росла, потому что расширили категории граждан, да, то есть одного ребенка достаточно родить, что называется, после 1 января 2018 года, чтобы попасть в число этих граждан, которые могут взять такую ипотеку. Так вот, ряд банков наоборот, не только стараются побыстрее обзвонить клиентов и выдавать им эти кредиты, но и тем, кто уже одобрен, но и новых одобрять, приглашать максимально, что называется, пылесосить рынок. Потому что этот самый рынок сейчас в ожидании, ну, как минимум, повышения ставок по семейной ипотеке. И в течение марта ожидают, что правительство Российской Федерации изменит условия, и ставка, которую вот рынок называет, это 12% годовых по льготным программам. Напомню, что раньше было не выше 6-7, в зависимости от вида программы, процентов годовых. Соответственно, сами банки, с кем приходится общаться, говорят, что до половины заемщиков, которые сегодня одобрены по ставке 6-7% годовых, по 12% уже по их правилам андеррайтинга не пройдут по платежеспособности и будут вынуждены либо уменьшить сумму кредита, либо что-то еще изменить, возможно, срок кредита, если возможно, увеличить. Таким образом, конечно, здесь есть опасения, что доля ипотечного кредитования, которую занимают льготные программы, она будет уменьшаться, потому что количество граждан, которые смогут позволить себе по новым ставкам, если действительно это подтвердится, да, потому что действительно пока ряд банков продолжает выдавать, как комиссар сказал, кто-то объявляет, что буквально до 5 марта, кто-то до конца месяца, вот, и рынок в ожидании. Евгений Александрович, ну вот все происходящее действительно экстраординарная ситуация, да, для рынка. И не только для покупателей, собственно, но и прежде всего, наверное, для девелоперов, которые планируют и планировали свои проекты, да, и новые проекты. Вот если ипотеки, ну, в том виде, в котором мы ее помнили, да, неделю назад и более, не будет, или, по крайней мере, произойдет снижение ее объемов. Вот что будут делать девелоперы? Видите ли вы настроение в этой среде? Вы знаете, девелоперы уже по-разному тоже себя ведут, как я и сказал раньше, как и все участники рынка, и физлицы, и банки, и девелоперы тоже. В разных регионах можно наблюдать разные, в разных субъектах Российской Федерации разные настроения. В отдельных субъектах придерживают продажи в ожидании роста недвижимости. Да, потому что сильно, опять же, как сказала Камила, вот этот поток кэша, поток наличных денежных средств граждан, желающих зафиксировать что-то не в рублях, да, то есть скинуть рублевые свои накопления, он подхлестнул рынок. Так вот, ряд регионов видно даже, что продажи закрывают, да, то есть, но, на мой взгляд, более взвешенно действуют те застройщики, те девелоперы, и это видно, в принципе, у нас в республике, которые, наоборот, идут навстречу и начинают активно в эти дни сотрудничать с банками, понимая, что, конечно, спрос сожмется, потому что способный спрос уменьшится. И прорабатывают с банками механизмы как можно быстрейшего выхода на сделки граждан, которые вот еще успевают взять ипотеку по невысокой ставке. Поэтому, конечно, при повышении ставок, ну, мы с вами понимаем, что если до половины ипотечных заемщиков просто не смогут взять ипотеку, это по льготным программам, а не по льготным программам, повышение ставок будет еще сильнее, да, то есть поэтому мы видим, что риски очень высоки. И поэтому, наверное, все-таки большинство застройщиков сейчас планируют максимально реализовать те объекты, которые у них уже есть на продаже.
Евгений Александрович, а вот еще хотелось бы уточнить, вот помимо того, что есть риски снижения объемов ипотеки в принципе, да, есть еще и риски, связанные с проектным финансированием. Все-таки застройщики получают, не привлекают напрямую, да, деньги по проектному финансированию, деньги дольщиков, да, покупателей, а берут кредиты в банках. Наверняка ставка по этим кредитам тоже будет расти. Конечно. Ну, Максим, видите, сейчас такая ситуация. Вы, как журналисты, конечно, и интересуетесь, и граждане интересуются, да, и задают вопросы. Но сейчас пока вот такая ситуация, когда все, что мы говорим, может измениться уже сегодня или завтра. Да? То есть сегодня пока банки сами до конца не готовы осознать и высказаться о той ситуации, которая складывается в проектном финансировании. Потому что тоже есть ожидания о тех или иных мерах государственной поддержки. А рынок сегодня таков, что ставки, которые банки готовы давать при ключе, то есть ключевой ставке Банка России 20%, это 25-29 даже годовых, соответственно, пересчитываются те проекты, которые поданы в качестве кредитных заявок на проектное финансирование. Кстати, банки все-таки подчеркивают, что в соответствии и с призывами и руководства страны Центрального банка по ранее одобренным кредитам, по тем траншам, которые еще не выданы в рамках кредитных линий проектного финансирования, ставка меняться не будет. Мы очень на это надеемся, что уже запущенные проекты не будут вынуждены пересматриваться и пересчитываться, да, то есть с точки зрения их рентабельности. Так вот, по новым проектам получается, что прогнозируется банками рост себестоимости, снижение продаж в связи с ростом ставки ипотечной и в связи с снижением покупательской способности населения в целом, возможно, в связи с негативным влиянием в экономике. В-третьих, это, значит, потребует повышения доли собственного участия застройщика, то есть их собственные денежные средства, вкладываемые в проект, будут нужны в большем объеме, чтобы экономика, так скажем, срослась, да, в этого проекта, и банк был готов кредитовать застройщика. Все это говорит о том, что, конечно, продажи будут медленнее, чем они были, допустим, в 2021 году, то есть будет тяжелее продавать объекты в строящемся доме. И в целом реализация самого проекта, как со строительной точки зрения, так и с финансовой, может несколько растягиваться в, так скажем, во времени, да, то есть удлиняться сам проект, потому что иначе его экономика не срастется. Вот. Но все это, опять же, часть проектов, значительная часть проектов просто получает заградительные условия, и рентабельность закладывания не позволит обслуживать кредит по озвученной мной ставке 25-29%. Поэтому рынок и банки, и застройщики ждут, что будет дальше. Будут ли объявлены какие-то меры, потому что вот в конце декабря изменения в правила субсидирование низкомаржинальных продуктов, низкомаржинальных, прошу прощения, проектов застройщиков Республики Башкортостан попала в этот перечень в связи с изменениями постановления правительства в декабре 2021 года. Так вот, сейчас эти низкомаржинальные проекты, думаю, стали уже не низкомаржинальными, а стали убыточными, и банки их не прокредитуют по сниженным ставкам с учетом даже того, что правительство готовы их субсидировать. Нужны новые инструменты, нужны новые подходы. И, повторюсь, рынок их ждет. Камила Асхатовна, ну вот Евгений Александрович сказал, описал, да, про прогнозы банков о том, что наверняка повышение себестоимости жилья будет, да, и, соответственно, само жилье на рынке будет стоить дороже. Вот какие бы советы вы дали покупателям, вот, которые сейчас имеют на руках наличку? Лучше купить сейчас быстрее, да, пока эти деньги есть. Может быть, подождать, может быть, они в связи с низким спросом и наоборот, цены эти станут ниже. Ну, вообще-то, первое, слушать кого-то, это перекладывать ответственность на... Очень много сейчас звонков, очень много спрашивают, купить, продавать, не продавать, покупать или не покупать. Никто стопроцентной уверенностью вам не скажет, что будет через 3, через 4, через 5 месяцев. Я же все-таки смотрю на те показатели, которые говорят, что в принципе цены должны начать падать. Потому что
доходы, судя по всему, из того, что мы имеем, будут еще серьезнее падать у населения. Ипотеки на вторичный рынок, как говорится, ждать дешевый не приходится. Сейчас мы затронем другие инструменты, которые нужно развивать. Соответственно, ждать, что цены будут расти, ну и поднимут их. А кто это будет покупать? За какие коврижки это покупать? Соответственно, наверное, уже пора. Я давно говорю о том, что надо расширять взгляд, смотреть не только в ипотеку, не только ее субсидирование. Уже нужно поднимать другие инструменты, развивать, да, в стране другие способы получения жилья населения. То есть, если ранее этого делать не хотели, то теперь сама война заставила, да, так вот, скажем, вот, сама ситуация заставила. Какие инструменты сейчас должно задействовать правительство страны, да, регионы, чтобы стимулировать вот этот рынок расти? То есть, первое, это помимо того, что уже смотрят опять возрождение льготной ипотеки, да, давайте не будем это обсуждать, это, как говорится, и так это делается, и для этого есть всегда команда, которая будет это лоббировать. Первое, это, во-первых, у нас есть рынок арендного жилья, и он в большей части серый. То есть у нас нет безопасности ни для арендодателя, ни для арендатора. То есть вы снимете квартиру на вторичном рынке, нет гарантии, что через неделю ваш собственник не попросит освободить квартиру. Если вы сдаете квартиру, нет никакой гарантии, что вовремя получите оплату, что вашу квартиру просто там не разрушат там какие-то серьезные эти. Ну, мы знаем, то есть достаточно сложно арендовать квартиру в цивилизованных рамках, да, он не сформирован, нет цивилизованного рынка аренды жилья. Для этого просто необходимо участие государства в этой сфере. То есть он не должен быть хаотичный, мы там сами разберемся, подадим объявление на ЦИАН, они должны быть отрегулированы. Соответственно, это должны быть комплексные меры, включая и законодательные инициативы, да, и принятые законы, и более прозрачным его должны сделать, с которого и платиться налоги будут, да, то есть у нас же договоры не регистрируются, хотя если у нас год аренды, мы должны зарегистрировать в Росреестре, собственники не регистрируют, они хотят платить налоги. То есть это все такая серая зона и с большим количеством рисков, да, то есть мы когда снимаем квартиру, мы не уверены, не выгонят ли завтра, да, поэтому люди во многом прибегали в лучше возьму ипотеку. То есть, собственно, сейчас выбора нет на данный момент. То есть то, что мы имеем, ипотека заградительная, ее нет. То есть посмотрим, что будет, да, завтра, послезавтра. Но, соответственно, сам Бог велел развивать рынок арендного жилья. Просто, кроме того, если в нашем регионе квартиры в новостройках раскупались, есть регионы, где новостройки не распроданные стоят. Собственно, сам Бог велел эти квартиры сдавать в аренду в последующем. Но для этого, опять-таки, должен быть иной рынок, не то, что мы имеем. Именно, то есть первое направление необходимо развивать рынок арендного жилья. Просто необходимо. Это везде есть в мире. То есть он не конкурент ипотеки, это другое направление. Оно должно быть. У людей должен быть выбор. Второе, вот наш собеседник Декатов представляет программу жилстройсбережений, это накапливать. Сейчас мы видим, как банки активно привлекают вклады, да, уже по повышенным процентным ставкам, ну, с учетом ключевой ставки. Соответственно, просто необходимо именно вот второе направление. Это как раз время для рассвета таких программ, которые представляют наши жилстройсбережения. То есть даже не одной программы, а должен быть букет таких программ на выбор. Собственно, сам Бог велел накапливать деньги не просто так на вкладе, а, соответственно, целевые деньги, которые потом пойдут на покупку жилья. И, собственно, мы будем знать, например, сколько людей вступило в программу сегодня, соответственно, через 3 или 5 лет застройщики будут знать, сколько покупателей потенциальных с деньгами выйдет. Да? Соответственно, это возможно, и у нас будет горизонт планирования. Кроме того, ни для кого не секрет, это более дисциплинированные в будущем, да, и покупатели, и заемщики, если будет ипотека, да, доступна в то время, потому что они уже привыкли каждый месяц откладывать деньги. Это уже формирование финансовой культуры населения, которое, ну, сейчас просто, по-моему, есть пинок извне, который просто посмотрите на другие сферы, не циклитесь на ипотеку. Если мы будем опять пытаться там отвязать от ключевой ставки, пытаться эту ипотеку накачивать что-то, ну, ни к чему хорошему мы не придем. Евгений Александрович, ну вот Камила Асхатовна упомянула, да, о программе жилстройсбережений. Я, конечно, понимаю, что возможно рассмотрение вот вопросов, связанных с этой программой, с изменением ее, это все-таки коллективное решение, да, руководство республики. Ну вот чисто гипотетически вы можете предположить, что эта программа действительно будет изменена, исходя из, ну, текущей ситуации? Ну, программа в республике работает, да, и вот то, что сейчас есть на рынке вкладов, там 20-20, даже с небольшим процентом годовых, наша программа
предлагает уже с 2014 года, да, то есть с учетом бюджетной премии, у нас, наши вкладчики до 21% годовых имеют эффективную процентную ставку по вкладу. По кредитам тоже наши участники программы имеют возможность оформить ипотеку по ставкам 6-7% годовых. Сегодня у нас это даже ставка 5,5% минимальная. Значит, новые программы предусматривают ставку ниже 5% годовых. То есть то, что достигается путем либо вот такого серьезного финансового коллапса, я имею в виду во вкладах, да, у нас ставка это и в 2014, 2015, 2021 году была по вкладам. И по кредитам тоже, когда ипотечные ставки рыночные и 12-14, 15% годовых, у нас ставки в программе остаются теми же самыми. Здесь речь скорее не о какой-то модернизации программы, хотя, согласен, ну, конечно, нужно ее и развивать, и дополнять новыми механизмами, например, соединение с возможностью аренды с правом выкупа. Такой опыт, допустим, имеется в соседнем Казахстане. Так вот, наверное, речь идет прежде всего о тиражировании наших наработок в целом по России, по отдельным субъектам. Ряд субъектов подхватывает эти идеи. Есть законопроект федерального уровня. Вот. Сейчас, конечно, со всеми текущими событиями мы не можем прогнозировать, как быстро он будет рассмотрен и принят. Но, наверное, это и есть один из вариантов антикризисного решения, который в долгосрочном плане решает вопрос стабильных низких ипотечных ставок. Камила Асхатовна, насколько вы оцениваете риски банкротства застройщиков в республике, ну, вот в ближайшей перспективе? Особенно, наверное, речь идет о муниципальных застройщиках. Ну, давайте подождем, какие меры предпринят в ближайшие недели государство, потому что ряд инициатив уже выдвинуты, и они на рассмотрении. Я думаю, здесь все-таки максимально постараются не допустить. То есть банкротства будут, бесспорно, вопрос в каком объеме. Я думаю, колоссальных все-таки не должны допустить. Кстати, я пока, вот мы об этом говорили, и когда мы вспоминали банковские склады, я, знаете, что заметила, вот вы это не спросите, а я вот хочу отметить. Мы, например, ведем еще ЦИАН-сделку, не как рекламу, я говорю о том, что это со всей страны стекаются сделки на регистрацию. И там есть пожелания вот обычных риэлторов и населения. И достаточно популярны до прошлой недели были расчеты при помощи банков. Например, аккредитивы – это самый безопасный способ расчетов, когда блокированный счет, и покупатель заносит туда деньги, грубо говоря, и продавец их не может получить, пока не зарегистрирован переход права. Самая надежная схема в безопасности и тот, и другой. Второй – это СБР. Многие знают сервис безопасных расчетов, когда деньги хранятся на номинальном счете. Например, Дом Клика, либо там ЦИАНа, ну, то есть они по-другому называются, не суть, например, в том же Сбере, либо в Тинькове и так далее. Так вот, сейчас мы наблюдаем всю эту неделю. Люди боятся проводить расчеты через банки. Они говорят, наличный расчет, ну, на крайняк ячейка. Ну, вот на самое такое ячейка. Боятся класть, несмотря на то, что банки уже рапортуют о больших вкладах, ну, то есть о растущих количестве вкладов, да, под высокие ставки, да, у кого больше. В действительности, вот что говорит население, население боится связываться с банками. Это, конечно, плохо, потому что передавать наличку – это риски, вспоминаем те, которые были еще 15 лет назад, что тебе подделку принесут, что элементарно ограбят, ну, вот, те дикие риски, о которых мы уже забыли, сейчас они вот прям, это такой существенный пласт, кто боится расчеты через банки проводить. Да. Время нашего эфира подходит к концу. У меня вот заключительный вопрос. Евгений Александрович, не задавал вам его, да, но хотелось бы ваше мнение узнать. Вот тоже задаем вопрос брокерам относительно, что делать, да, выкупать вот эти очень сильно подешевевшие, да, ценные бумаги наших компаний или ждать. Вот что касается недвижимости, сейчас покупать или ждать, что делать? В каждой ситуации, наверное, правильно все-таки рекомендовать делать то, что люди планировали. Если планируется расширить, улучшить свои жилищные условия, надо это делать, постараться успеть то, о чем мы говорили. Если, значит, попытаться делать с инвестиционной целью, и вы никогда этим не занимались, то не надо это делать, значит, пытаться куда-то заскочить, не понимая куда. Ситуация быстро меняется, действительно. Вот. И правительство, безусловно, принимает
меры, они разрабатываются с тем, чтобы все-таки жилье приобретение было доступным. Сегодня только проходило заседание Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан. Замминистра строительства Республики говорил о тех мерах, которые на федеральном уровне прорабатываются. Более того, с регионов сейчас тоже ждут этих предложений. Давайте чуть-чуть наберемся терпения, не будем паниковать, будем продолжать действовать экономически взвешенно и не совершать необдуманных финансовых поступков. Да, еще хотелось уточнить, а может быть вы с нами поделитесь, да, инсайдами, какие меры прорабатываются, ну хотя бы в общих чертах? Да, то есть несколько пакетов мер на федеральном уровне, да, которые затронут как жилищное строительство, так и ипотеку. По ипотеке я уже говорил, да, что обсуждается вот эта вот ставка 12% по льготным жилищным программам. По застройщикам целый ряд, очень осторожно бы я бы это озвучил, потому что, ну, например, такое, как то, о чем просят застройщики давно, это поэтапное раскрытие счетов эскроу. Минстрой России всегда был против, потому что это, в принципе, несколько нивелирует ту защитную функцию самих эскроу счетов, которые защищали дольщиков, и их деньги находились в банке до самого момента окончания строительства. Но ситуация экстраординарная, и, возможно, будет приниматься ряд мер в этом направлении по изменению закона о долевом участии. И, наверное, все-таки мы ожидаем те пакет нормативных документов и законов, которые касаются разрешительной деятельности, чтобы быстрее допустить застройщиков на площадке, допустить их быстрее к согласованию проектов строительства и так далее, чтобы это делать быстрее и дешевле. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Я благодарю наших участников за то, что Камила, за то, что вы пришли в нашу студию, Евгений Александрович, за то, что подключился, нашли время. Спасибо за профессиональную дискуссию. Удачи вам в вашей работе. Спасибо. Спасибо. А я напомню, что в нашей студии сегодня Камила Фазлыева, директор ипотечного бюро по удаленной связи, с нами руководитель дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ Евгений Декартов. Мы говорили о ситуации на рынке жилья. Оставайтесь на РБК.